Итак, утро нового дня. Здравствуйте! Доброе утро! У нас утро доброе. Утро. Да, ну у нас утро уже почти 12 дня, но мы только проснулись. Главное, мы в Ирландии находимся. Город, не помню, как этот город называется. Это не город, это тут в данный момент в село приехали. Да, переночевали, едем дальше. И сейчас будем путешествовать дальше. Ой, солнышко такое. Будем путешествовать дальше, поедем смотреть замки разные. Мы находимся в сельской местности. Правда, здесь ничего не вижу, кроме травы. Никто ничего, видно, не выращивает. Ну, по крайней мере, у этого хозяина. Вот. А так, ничего, все нормально. Первый день начинается путешествие, так что, думаю, чем дальше будет больше чего рассказывать. Что, поедем сейчас, да? Ключ берем, поедем. А, кстати, у нас машина с правым рулем. Вот, для наших мужей это оказался такое испытание. Вот. Интересно. Давай, муж, я тебя попробую завести машину. BMW, да. Заводится, как и у нас, с кнопочки. Я сейчас... Дизель, да. Ну вот, начинаются уроки вождения. Наши и еще люди, которые с нами путешествуют. Даша, Лиля. Лиля, good morning. Доброе утро. Ну, вот как-то. Вот так вот мы будем ехать сегодня. Это машина хозяина.